Что вам приходит на ум при упоминании Шотландии? Наверняка килт, волынка и танцы. В дни фестиваля шотландской культуры в Чебоксарах Ольга Пырочкина побывала на мастер-классе по танцам. И сейчас покажет, чему научилась. Находимся в спортивном зале лицея номер 4. Сейчас здесь идет мастер-класс по шотландским танцам. Вот, честно говоря, когда я готовилась к съемке, я не до конца представляла, что означают шотландские танцы. Поэтому взяла с собой бальные туфли. Но, как выяснилось, они мне не понадобятся. Сейчас увидите, почему. Я попросила меня отдельно научить некоторым движениям. Сейчас мы попробуем. Евгений, что мы с вами попробуем? Какое движение? Как называется? Мы попробуем с вами разучить движение, которое называется паде-баск. Паде-баск. Да. Давайте попробуем. Отлично. Хорошо, что вы не надели эти туфли. Каблуки, да. Посмотрите, пожалуйста, что мы будем делать. Так. Сначала прыгаем на правую ножку. Раз. Раз. А левую ножку сверху и спереди. Угу. Поднимаем. Так. То же самое с другой ноги. Раз. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой. Раз, два, три. Отлично. Не так-то и просто на самом деле. Хорошо получается. Спасибо большое. Преподаватель школы шотландского танца Евгений Салмин 10 лет назад тоже начинал с паде-баска и других несложных движений. Так в инженере строителя проявила себя творческая жилка. С тех пор он обзавелся настоящим правильным килтом, который, кстати, нельзя купить в Чебоксарах, и серьезной базой, чтобы преподавать. А мы обучались у других преподавателей, но не в Чебоксарах. Да, мы проходили специальные курсы, мы сдавали экзамены, и готовил нас к этим экзаменам преподаватель из Шотландии. Шотландские танцы, шотландские контрдансы, вот, которые сейчас вы можете видеть, это общение. То есть, если они в обычной жизни стесняются или боятся там подойти, да, то в танце они могут пригласить даму. Даму может пригласить и, соответственно, танцуют вместе. Таким образом, они общаются в танце глазами, руками, улыбками. О чем говорит Евгений, стало понятно в первом же танце. За счет круговой схемы через каждые 4 восьмерки счета меняется партнер. Так что в сторонке, теребя платочки, никто не стоит. Ко второму танцу старшеклассники уже не стесняются друг друга и нашей камеры. Столько новых людей, с каждым получается потанцевать. Супер, просто вот жизнь. Приходите к нам танцевать. Мы все вас хотим затащить к себе. Замысел преподавателя лицея номер 4 удался. Показывай.